Глава агентства стратегических коммуникаций, пиар-эксперт Нуркен Халыкберген обратился к депутатам парламента с предложением рассмотреть вопрос блокировки доступа к социальной сети TikTok в Казахстане. Главная причина – сохранение психического здоровья молодежи. По его мнению, чрезмерное погружение в соцмедиа может привести к ухудшению психологического состояния, увеличению уровня тревожности и депрессии среди подростков. На основании этого эксперт требует законодательно рассмотреть введение регуляций или полного блокирования TikTok. Кстати, в соседнем Кыргызстане интернет-провайдеры и мобильные операторы уже начали блокировку. Крупные абоненты сообщили, что не имеют доступа к сервису, но организация «Репортеры без границ» посчитала блокировку TikTok ограничением прав как для провайдеров, так и для потребителей.